Утро доброго и настроение прекрасного желаем всем вам, нашим телезрителям. С вами программа «Кулипаян» и я, ее ведущий Дмитрий Рублев. Сегодня вы узнаете, что делать для того, чтобы энергии хватило на весь день. Аэробика. Разминаемся вместе. Число судьбы. Чем отличается земная удача от небесной? И как привлечь в свою жизнь везение? Фэн-шуй и даосская астрология. Открываем секреты. Новое старое увлечение. Техника декупаж. Научим, как сделать оригинальный подарок своими руками. Сегодня 31 июля, понедельник, и именно в этот день, в 1929 году, ученый-астроном Николай Степанович Черных в бесчисленном море небесных светил открыл новую планету, которой было присвоено имя видного казахского ученого Каныша Сатпаева. Это небесное тело по своей орбите приближается к Земле каждые 5 лет. 12 лет назад «Алкаспочта» ввело в обращение новую почтовую марку серии «Архитектура» с изображением проекта Дворца мира и согласия. Это сооружение по замыслу создателей призвано служить дальнейшему укреплению межнационального сплочения народов Казахстана. Ну а в 2009 году в кинозале столичного акимата в этот день состоялось торжественное чествование профессора, заслуженного тренера республики по самбо Аскара Асубаева. За свою карьеру Асубаев подготовил 36 мастеров спорта СССР по самбо и дзюдо. Ну а 5 лет назад казахстанская тяжелоатлетка Майя Манеза завоевала золотую медаль на 30-х Олимпийских играх в Лондоне. Мы гордимся победами наших спортсменов. Но от спорта к кулинарии. Ни в одной стране мира нет такого количества праздников, посвященных различным продуктам, как в США. Именно сегодня там отмечают День малинового пирога. Вы тоже можете присоединиться к торжеству. Для этого достаточно просто приготовить малиновый пирог и пригласить на чаепитие своих друзей и близких. Ну а еще 31 июля родился один из самых знаменитых мальчиков книжного мира. Гарри Поттер. Сегодня этот всеми любимый персонаж отмечает, не поверите, свое 37-летие. Наверняка многие из вас зачитывались произведениями Джоан Роулинг и не раз мечтали обзавестись волшебной палочкой. Ну, а чтобы так произнес заветные слова и шикарный байк у твоего крыльца или взмахнул рукой и наивкуснейший завтрак готов. Между прочим, наш шеф-повар Тарас тоже умеет готовить потрясающе вкусные блюда. Секрету, он, наверное, волшебник, да-да, я не оговорился. Тарас, что вы приготовите нам сегодня? Сегодня у нас понедельник, замечательно прошли выходные, ездили на Капчагай, в горы, кушали много шашлыков, разные вкусности. И давайте сегодня предлагаю приготовить такие замечательные овощные оладьи из цукини, картофеля и моркови. Едем дальше, нам понадобится чашечка красивая такая вот, картофель я заранее натер. На терочке лишний сок у картофеля нужно отжать. Так, картофель. Такая же история у нас с цукини. Цукини нужно тоже отжать немножко от лишнего сока. И добавляем моркови. Так. Все это дело наше солим. Перчим, добавляем тертый сыр, все аккуратно перемешиваем. Тем временем сковорода у нас накаляется, так, уже хорошо накалилась. Добавляем в сковороду масло. Масло может быть растительное, может быть оливковое, ну, скорее всего растительное, потому что для жарки лучше всего использовать растительное. Так, масло накаляется. Температуру проверяем. Перемешиваем нашу овощную массу. Добавляем пару яиц. И добавляем примерно 1,5 ложки столовых муки. Яйца и мука нам нужна для связки, чтобы нам наши овощи связать в единую массу. Маслица, я чувствую, вижу и вижу, накалилось. И нашу массу начинаем выкладывать. Для одного оладушка нам нужно примерно вот такая вот ложка. То есть это порция. Так. Начинаем аккуратно, аккуратно выкладывать. Температура должна быть такая средняя. Вот сейчас я выкладываю, начинает потихоньку поджариваться. Но если будет сильно накалено масло, начнет сразу гореть, и наши оладушки не прожарятся. Выкладываем аккуратненько и непосредственно на сковороде оладушки вот так вот раздвигаем.
выкладываем новый оладушек, раздвигаем, выкладываем еще. Возможно, массы будет чуть больше, не будет хватать на все оладушки, можно вот так вот сверху дополнить любой оладушек. Так, оладушкам нужно минут, наверное, 5-7, чтобы они обжарились. Как раз подождем. За это время у нас есть возможность прибрать наш стол. Так, время пришло для переворачивания. Вот они, смотрите, какие у нас замечательные. Запах стоит просто нереальный. Немножко бледный, но мы сейчас компенсируем, обжаривая с другой стороны. Также можем перевернуть, если нам хочется более поджаристые. Наши оладушки допеклись до нужного цвета, до нужного колера. Настало время их вынимать. Так. Аккуратненько вынимаем. Можно, конечно, оладушки немножко еще обсушить на бумаге. Но я вот так их аккуратно выкладываю. Они у меня абсолютно нормальные. Ну и вот наши замечательные оладушки из цукини, картофеля и моркови готовы. Приятного аппетита и замечательного дня! Для приготовления разгрузочных, но очень вкусных овощных оладьев вам понадобится цукини, картофель, морковь, сыр, яйца, мука, сметана, соль, перец по вкусу. Я же говорю, волшебник. Тарас, завтра же попробую приготовить это блюдо. Ну а сейчас неплохо было бы и размяться. Мы уже неоднократно рассказывали вам о пользе разминки и зарядки, как о важнейших составляющих начала любого дня. Простая зарядка, конечно же, помогает хорошенько размять, разогреть и растянуть мышцы. А вот аэробная разминка подготавливает наше сердце, легкие и кровеносную систему к предстоящему дню. Доброе утро, Дима! Привет, Дим! Привет! Юль, ну рассказывай, с кем ты сегодня пришла в гости? Дима, рада представить тебе наших гостей. Это Диляра, мастер спорта международного класса по фитнесу, а также тренер по групповой аэробике и специалист по правильному питанию Рамиль. Я вот смотрю, у ребят так глаза светятся. Вы, наверное, уже перед тем, как к нам попасть в студию, наверное, сделали небольшую разминку. И вообще, вот как я говорил буквально минут назад, не все же знают разницу, какие бывают виды разминок. И вообще, просто для того, чтобы проснуться, немножко взбодриться, достаточно простой зарядки. А если... Ну вот, что еще вот можно сделать? Можно достаточно интенсивную сделать разминку, достаточно силовой блок большой провести. Но мы вообще с тренажерного зала прям прямиком к вам приехали. Вы всю ночь, наверное, там. Нет, у нас ежедневные интенсивные тренировки, подготовка к чемпионату города по бодибилдингу сейчас идет. А сколько должна длиться утренняя разминка? Ну, утренняя разминка дома, имеете в виду? Да, дома. Минут 10-15 достаточно. Ну, вот сейчас те, кто находится по ту сторону экрана, они могут с нашей помощью как-то проснуться. Конечно, мы разбудим весь город сейчас. Вот так. Я надеюсь, это не голословное было обещание. Нет, конечно. Мне уже прям не терпится начать зарядку. Давайте, может быть, кто со мной? Да, мы все. Мы все. У нас все здесь. Давайте ноги на ширине плеч максимально широко. Давайте сделаем глубокий вдох, выдох. Еще раз. Глубокий вдох. Доброе утро! Давайте. 3-4. Доброе утро! Ноги пошире. Давайте сделаем выпады, разогреемся. Разомнем коленные суставы. Еще 8 раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И останемся в правую сторону, на правое колено. И немножко пружин добавим. Пока мы делаем это упражнение. Это же уже не простая разминка. Мы сейчас... Ну, это достаточно интенсивная профессиональная разминка, которую я использую в групповых программах. Давайте перейдем на левую сторону и разогреем левый коленный сустав. 4, 3, 2. Ладошки на пол. Правой, левой. Попробуем не сгибать колени. Да, такая. Приходите, я буду рада вас видеть. Получается? Моментально. Давайте еще 4. 1, 2, 3, 4. Плавно соберем стопы на ширине плеч. Фух. И добавим. Как дела? Отлично, я проснулась. Отлично. Еще раз вдох, выдох. Хорошо. Диляр,
Помимо аэробной, такой более интенсивной разминки, которая отличается от зарядки, есть еще аэробная заминка. Да. Что это? Аэробная заминка – это по окончании основного комплекса. То есть вот мы сейчас сделали разминку аэробную? На основном дыхании. Сейчас мы перейдем к такому небольшому силовому блоку. Вы не против? Ну, попробовать можно всегда. Давайте, упражнение называется «Глубокий присед», стопы ровно, подбородок вверх. Садимся максимально ягодицами назад, старайтесь, чтобы коленный сустав не выходил. Я уже чувствую себя Капитан Америкой. Поехали. Глубокий вдох, выдох, еще вдох. Выдох, таз больше назад, колено не заходит за большой палец, следите, пожалуйста, за техникой. Еще 4, обязательно наверху выдох, еще, еще идем 4, нет? Да? Пойдем. 4, если выдох, только быстрее. 3, 2, стоп, соберем ноги, руки на пояс. Поехали. Фух. Глубокий выпад вперед, правой ноги. А вот, кстати, это сейчас не заминка же была? Нет, ну это такой небольшой силовой блок. Угу. Чуть-чуть. Еще проснуться, еще больше проснуться. Диль, я предлагаю еще продолжить силовой блок. Мне понравилось. Но пока мы будем делать этот силовой блок, мне очень понравилось. Предлагаю всем вам, нашим телезрителям, особенно тем, кто любит полениться и понежиться с утра, посмотреть, а можно ли сделать разминку в кровати? Если, проснувшись утром, вас посещают мысли отключить будильник и поспать еще 5 минут, то этот материал специально для вас. Для того, чтобы с восходом солнца привести свою кардиореспираторную систему в рабочий режим и подготовить тело к дню насущному, рекомендуем вам начинать день с зарядки, причем сделать ее можно и не вставая с постели. Первое простое упражнение, которое поможет вам взбодриться, связано с нижними конечностями. Согните в колене правую и левую ногу, главное одну, скользя стопой по кровати, дотянитесь пяткой до ягодиц, выпрямите ногу и повторите движение уже другой ногой. Далее, не отрывая стопы и лопатки от матраса, постарайтесь выгнуться дугой, приподняв таз как можно выше. Поднимите руки вверх, положите их на кровать. Теперь разворачивайте корпус вправо и влево, выполняя скручивание верхней части тела, не отрывая таза и ног от постели. Эти неторопливые подтягивания укрепят костные мышцы живота. После этого закиньте руки за голову и представьте, что вы едете на велосипеде. Крутите воображаемые педали и укрепляете нижние мышцы пресса, убирая надоевший жирок. Теперь, перевернувшись на бок, выполняете маховые движения ногами в стороны вверх и вниз, чередуя подходы на правую и левую конечности. Руки удобнее всего будет подложить под голову, но это не принципиально. Теперь энергично вставайте и бегите в душ. Именно им должна заканчиваться утренняя зарядка в кровати. Во время упражнений ни в коем случае не закрывайте глаза, ибо риск уснуть очень высок. Хорошенько позавтракайте и проведите день с пользой. Фух, ну что, очень даже неплохо получилось, я не знаю. Диль, спасибо огромное. Силовая это вещь, конечно. Но еще хочется вспомнить в плане какой-то интенсивности. Все, наверное, помнят вот эти вот разминки аэробные. Танцевальные из 80-х, вот, которые были. Давайте немножечко попрыгаем. Готовы? И попрыгаем, и поностальжируем немножко. Да. 3-4. Поехали. Вистеп. Вперед, справа ногой, с правой ноги, шаг вперед, еще вперед. Немножко добавьте плечи. Мне соседи снизу жалко, такие моменты бывают, особенно когда всей семьей. Еще два раза. Еще раз и два. И меняем левую ногу. Поехали. Левая. Ага. Еще. Левая. Еще 4 раза. Не пойму. 4. 3. 2. Немножко. Поработаем в сторону. Шаг. Прыжок. Шаг. Прыжок. Шаг. Добавьте бедра. Добавьте настроение. Не очень получается. Получается добавить бедра. Еще. Диль, спасибо. Спасибо огромное. У меня уже не получается добавить бедра. Я уже устала, у Юли лично не получается. В общем, нужно приходить, заниматься. Да, и у Дили. Ребят, поговорим о питании, кстати. Давайте посидим немножко. Вот сейчас, пока мы прыгали, кто-то и кушать ведь захотел. А вот все ли мы с утра правильно питаемся? Большинство, мне кажется, уже начали правильно питаться с утра, так как это сейчас тренд такой, мода на правильное питание, вот чтобы что, выглядеть красиво. Что с утра? Ну вот, скажем так, привычный завтрак, да, человека, который вырос на постсоветском пространстве. Колбаса, яичница, бутерброд. Да, ну там чашка кофе.
Ну, прежде всего нужно запустить пищеварение, выпить стакан воды, да? Mm-hmm. Организм, так как ночью в процессе сна избавился от какого-то количества воды. А первый прием пищи желательно, я рекомендую своим ребятам, белковый прием пищи, сбалансированный. Mm-hmm. Ну, чаще всего это либо яйца, либо творог с ягодами. Сейчас вот. Но яйца понятно, белок, а желток? Ну, желток, в принципе, там ничего вредного нету, мне так кажется. А как же геркулесовая каша? Геркулесовая каша? Да. Ну, это, наверное, для спортсменов завтрак больше всего подходит. И для детей. И вот, спортивные, активные. Да, Рамиль, еще так хочется всегда придерживаться того принципа, который вот как-то с детства вот он сидит в голове у всех, наверное. Это завтрак съешь сам. Да. Обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. То есть нужно вот прям вот очень хорошо позавтракать? Завтрак не должен превышать 300-400 калорий. Это вот мне так кажется, так как очень много людей начали потреблять калорий, а эти калории они не тратятся. Это же сколько сельдерея надо скушать? Вот, сельдерей – это отрицательные калории. То есть, когда ты кушаешь, то организм больше сжигает калорий, чем получает с этого. Говорят, что до часу дня можно есть абсолютно все, что угодно. На завтрак, торт. Можно? Ну, если в разумных количествах, то можно. Но, опять-таки, лучше предпочтение дать каким-то натуральным продуктам. Вот фруктам, либо сухофруктам. Ну, фрукты. Многие фрукты, у них повышенное содержание природного сахара, фруктозы тоже самое. Кто-то сидит на фруктах, я слышал не одну такую историю, Диля, наверное, тоже сталкивалась. Приходят девчонки, я вот месяц только фруктами питалась, а 3 килограмма набрала. Ну, многие не договаривают, мне кажется. Тихоря ночью, холодильничком. Тихоря тортики с фруктами вокруг обложенные. А вот еще такой, я не знаю, это или тренд, или что это такое, многие заменяют еду на коктейль. Правильно ли это? А как можно еду на коктейль? Вот послушай сейчас. Современные технологии нам дали сбалансированные питательные коктейли, которые могут заменить один или два приема пищи, но не весь день. Угу. Так как желудок – это тоже мышца, она должна работать, поглощать такую натуральную пищу, которую мы привыкли есть. Мне понравилась эта фраза. Желудок – это тоже мышца. Самое главное – то, что я понял после встречи с вами. Ну, после нашей сегодняшней беседы я для себя как минимум понял одно. Диль, с утра как минимум 10-15 минут нужно потратить на себя любимого и пробудить все-таки организм. Ну и, Рамиль, нужно его еще правильно подготовить к этому дню, потому что пища – это то же самое топливо для организма. Вам спасибо огромное. Я надеюсь, ну мы-то с Юлей точно постараемся исправить, скажем так, положение. Кому-то нужно где-то похудеть, кому-то чуть-чуть спасибо, набрать. Дима. Ну и, в общем, питаться правильно. Ну а сейчас минутка рекламы, после чего мы вернемся. Не переключайтесь. Ну что ж, реклама пролетела незаметно, мы вернулись. И сейчас я хочу поприветствовать психолога, нумеролога, мастера даосской астрологии Гульнур Зейнур. Гульнур, доброе утро. Доброе утро, Дмитрий, вам и доброе утро телезрителям. Вопрос такой сразу же, вот чтобы мы расставили все точки над «и» в самом начале. Те гороскопы, которые пишет любая практически газета, журнал, показывают там телеканалы, имеют какое-то отношение к астрологии, о которой сейчас пойдет речь, даосской? Знаете, в сущности, я считаю, что у любой астрологии есть, здесь, наверное, отличие, скорее всего, между индивидуальной и для, будем говорить, и для всех. Ну, просто, да? Вот когда человек слышит слово астрология, он сразу воспринимает, что он где-то прочитал свой гороскоп на себя там по дате рождения. Ну, даосская астрология, это же в корень отличается от простых. Я скажу так, в сущности, конечно, будем так говорить, фундамент всех астрологий, он одинаков, бухгалтерия одна, все специалисты берут в расчет время, дату рождения человека и место рождения. Но отличие от даосской астрологии, я говоря простым языком, можно будет сказать так, что когда ребенок делает свой первый вдох, он вдыхает некую программу, которую он будет нести с собой всю свою жизнь. И вот эта программа мастерами делится, можно будем так сказать, 40% – это небесная удача. Что относится к небесной удаче? Это то, что ребенок получил кармически вот своими будущими реинкарнациями. Например, это именно удачно... вот в этот момент рождения, прям вот в эту секунду, когда вот да. Все, вот он вошел в этот мир и сразу получает вот такую программу? Да. Это что такое небесная удача? Это в какой семье родился ребенок, да, в какой стране он родился, насколько успешна страна, насколько ребенок... То есть вот ребенок... два ребенка, родившиеся в одно время, в одном расположении там звездных светил, но...
разные семьи, да, социально, может быть, отличающиеся, или положение в стране, и это будут два разных человека абсолютно? Конечно, если ребенок родился в очень состоятельной семье, я думаю, что ему гораздо легче будет реализоваться и получить блестящее образование, да, нежели когда ребенок родился в скромной семье и большей степенью, ну, по крайней мере, свой старт он будет пробивать себе дорогу в жизни. Это вот эти 40% вот небесной удачи? Да, это 40%. Самое главное еще, чтобы сюда также относиться, допустим, если ребенок родился, допустим, я не знаю, вот не в момент войны, да, вот бывает, ребенок рождается в Африке, а кто-то рождается в Букингемском дворце. Это тоже все заслуга прошлых реинкарнаций, тех как бы поступков, хороших или плохих, то, что мы делали. Так это вот почему небесная удача называется? Да, это называется небесная удача. Потом есть 30%, это земная удача, это вот фэншуй, так называемая гармонизация пространства, вот, и 30% это человеческая удача. Это вот к тому вопросу, когда в один и тот же день в одной стране могут родиться, допустим, в одно и то же время два ребенка, но у них будут абсолютно разные судьбы, потому что вот будет зависеть от того, в какой социальной среде ребенок родился. Даже если дети родились в одной социальной среде, насколько человек слышит свою интуицию. А, потому то есть это к собственной удаче? Это очень большую роль играет, потому что вы знаете, как вы знаете, что очень много людей, которые никогда не были ни у астрологов, ни у нумерологов, но эти люди очень успешны. И как бы на моем опыте, я считаю, что это именно те люди, которые очень хорошо слышат себя и слышат свою интуицию. И поэтому они очень многие тяжелые моменты в жизни просто мягко проходят. Ну вот я сейчас вздохнул, да, представим, да, я вот сейчас вот это мой первый вздох. А если я вот не вздохнул неудачно? Вот ребенок родился, да, все хорошо было, вот неудачно. Вот, как выправить ситуацию, как привлечь к себе везение? Вы знаете, для этого вы приходите к специалисту, мы смотрим. Дело в том, что даосская астрология, ее основное отличие, она состоит из 4 столпов судьбы и на основании 5 элементов. Вот, Я примерно посмотрел, конечно, но, как говорят, Филькина грамота для простого человека. Дело в том, что люди могут рождаться, например, вот в определенный год определенного животного, в месяц определенного животного, в день определенного животного и в час определенного животного, плюс элементы там. Здесь также имеется в виду иньская, яньская полярность, например. Допустим, мужское, женское? Да, да. И также здесь, например, человек может родиться, ну, например, к примеру, вот, допустим, элементом янь-дерева. То есть вот по дню определяется. Вот. И дается характеристика, что такое, допустим, элемент человека янь-дерева. Ну, самое известное, это, наверное, вот Брюс Ли. Эти люди, они очень такие успешные, сильные, но у них слабое место, будем так говорить, что это ахиллесова пята, это чувство. Если человек янь-дерева, он очень сильно влюбился, и он разочаровался, вот самовосстановление, вот это вот, представьте, янь-дерево, это дуб. Если его с корнем вырывают, то вот, ураган пронесся, самовосстановление... Это как старая легенда насчет, кто сильнее, дуб или тростник. Ну вот, очень сложная, я скажу, наука, в отличие от простой прикладной, да, астрологии, к которой мы привыкли. Здесь вот небольшой просчет, это на одного, скажем так, человека, очень много показателей. Вот у меня есть небольшой список профессий по вот этим стихиям. И вот говорить, если о дереве, то это актеры, режиссеры, продюсеры, архитекторы. То есть такие... Это творческие профессии. То есть когда даосский астролог, допустим, да, мой коллега открывает гороскоп, какого количества, каких элементов карте больше, вот именно в этой области человек будет успешен. Ну вот, допустим, если привести пример вот Дональда Трампа, да, у него огромное количество в карте Земли. И этот человек действительно, он очень силен в сфере недвижимости. То есть он будет очень хорошо себя чувствовать и очень хорошо себя проявлять. Ну вот, как здесь написано, это собственность, это недвижимость, это земля, отели. Ну, в общем, очень много таких вот показателей. Да, потому что люди к нам приходят и, допустим, задают вопрос. В основном, если, допустим, это касается детей, да, куда направить ребенка. Иногда бывает, что в карте превалирует какой-то элемент. Например, больше элементов земли или элементов воды. И, соответственно, прилагается список профессий, в которых ребенок будет очень-очень успешен. В общем, Гульнур, для себя я сделал один маленький вывод. Я думал, что я знаю, что такое астрология. Оказывается, это не так. Друзья, а что такое даосская астрология, как она появилась, сколько ей лет, узнаем прямо сейчас. А знаете ли вы о 4 столпах судьбы? Это глубокая система анализа индивидуальных особенностей человека. Основана она на дате рождения. Нам ежедневно приходится решать множество задач. От этого зависит, как сложится наша жизнь. Где мы будем учиться, работать, с кем создадим семью. Каждому из нас хотелось бы получить ответы на эти вопросы.
Здесь и приходит на помощь древняя китайская система предсказания – четыре столпа судьбы. Она с точностью может описать характер человека, его потенциал, достижения, а также семейное и социальное положение. Эта система предсказаний судьбы возникла более 2000 лет назад в Китае, основана на даосской философии дуальности, цикле 12 животных, 5 трансформациях и формах, а вычисляется информация при помощи традиционного китайского календаря. Техника относительно проста в расчете, главное уметь анализировать. Этому мастера учатся годами. Они утверждают, что карта жизни является неким инструментом воздействия на судьбу. При помощи оберегов, которые защищают вас от негативного влияния некоторых планет Солнечной системы, вы сможете отражать неприятности и усиливать фарт. Ну вот мы и продолжаем. Разговор может продолжаться наш бесконечно, я думаю. Тема очень интересная. И сейчас большинство людей, которые увлекаются астрологией, психологией, еще чем-то, это же люди, которые хотят как-то изменить свою жизнь. Бизнесмены к вам приходят или какие-нибудь яркие примеры можете привести? Бизнесмены приходят тоже. Дело в том, что касаемо бизнеса, существует такая звезда, так называемая звезда банкрота. Uh-huh. Есть в даосской астрологии такое понятие, как летящие звезды. Эта звезда, есть определенные звезды, они приходят извне. А есть который вот человек, с которой рождается. И вот если вот говорить о звезде банкрота, это не говорит о том, что человек будет банкротом по жизни, но это говорит о том, что если человек открывает бизнес на свое собственное имя, ему будет очень тяжело процветать. То есть он сам по себе, в принципе, в своей профессии может быть... Да. Он может быть очень успешен, но если он открывает бизнес на свое имя, или, можно сказать, вот бренд. Например, вот если привести пример, да, вот всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева, очень талантливый человек, она не бедный человек. Она, но она много очень... чем пыталась заняться. Да, но дело в том, что Алла Борисовна открывала очень много, вот, я по-моему, если я не ошибаюсь, были духи Алла, да. Потом даже открывались обувь тоже под брендом Аллы Борисовны, и радио было, и ничего, как бы вот так вот, казалось бы, личность настолько медийная, талантливая, многогранная, но бренд успехом не пользуется. И не пошло. Да, и это именно вот это вот влияние звезды банкрота. А что делать? Вы знаете, здесь единственный выход. Здесь надо просто этот бренд не открывать под своим именем. То есть надо схитрить. Да, надо, можно, допустим, открыть именно под тем... даосский астролог должен посмотреть гороскоп. Человек, у кого нет звезды банкрота, он может открывать как бы вот свой собственный бренд. То есть это не просто назвать каким-нибудь другим именем, а именно выбрать имя какого-то человека, у которого нет этой звезды, да. Если вы видели, иногда вот бывают талантливые люди, вот бизнесмены, они великолепно дают советы, но у них у самих бизнес не идет, а процветает кругом все их друзья и коллеги. И вот я не особо люблю это слово «горе бизнесмена», но если этот человек как бы переоформит свой бизнес на другое имя, вот на человека, у кого этой звезды в карте нет, у него великолепно будет успешно идти бизнес. Тема очень интересная. И вот назревает такой вопрос, и не только у меня, у наших телезрителей, я думаю, потому что заинтересованы все. Можно ли как-то освоить и начинать разбираться в даосской астрологии? То есть залезть в интернет, я не знаю, или, может быть, какие-то авторы есть, которые вот пишут об этом? Конечно, интернет на сегодняшний день, там очень много и лекций, и знаний, но в первую очередь это все-таки наука, которая передается от учителя к мастеру, и здесь, конечно, нужен будет в любом случае специалист, чтобы пойти, проконсультировать и помогли. И еще один нюанс в плане даосской астрологии, я хотела бы сказать, что у нас в даосской астрологии обязательно при определенных тяжелых ситуациях в жизни подразумевает ношение тотемов, фигурок тех или иных животных. Вот там очень такая многогранная, глубокая система, но эти тотемы действительно очень четко помогают. И вот еще такой вопрос. Даосская астрология. Вот вы так рассказываете все это очень интересно, душевно. Спасибо. Даосская астрология, это может быть психология даже больше? Вы знаете, нет. Здесь это стопроцентные четкие математические расчеты согласно вашей дате и времени рождения. Здесь стопроцентная как бы математика, и в то же время это все потом вот очень четко как бы это все объясняется. И математические расчеты, и, конечно, естественно, движение планет и стихий, естественно. Угу. 5 стихий. Огня, земли, воды, дерева и металла. Я сейчас пытался запомнить, как раз, надеюсь, у меня получилось. Гульнур, ну вот, а в вашей жизни, в личной, в семейной, в бизнесе, вот даосская астрология помогла, изменила вашу жизнь? Я думаю, что да, но в сущности, наверное, это очень близко, как бы, как сказать, и мою жизнь, и моих близких людей. Конечно, я и отслеживаю друзей, и супруга, и моих деток. Вы знаете, я для себя понял еще одну такую вещь.
я не знаю астрологию вообще, тем более даосскую. Я буду, ну скажем так, наверное, человеком, который полезет обязательно после этой программы в интернет и будет узнавать для себя и открывать что-то новое. Спасибо огромное за эту беседу. Ну и пожелаем друг другу удачи, пожалуй. Вам тоже спасибо большое за приглашение. И тоже удачи вам и всем телезрителям. Ну а наша программа продолжается. Впереди нас ждет еще очень много чего интересного. Итак, три составляющих правильного утра у нас уже прошли. Завтрак, разминка тела, ну а затем и мозгов. Что осталось? Размять творческий потенциал, то есть развить, хотелось сказать. А ведь и правда, сейчас куда ни глянь, каждый второй шьет, вышивает, клеит, мастерит. Чем вот мы хуже, к примеру, да, Кристин? Кристин, Дима, полностью утро. С тобой согласна. Доброе утро, рада тебя видеть. Позволь представить тебе нашу замечательную гостью, Людмила Кравцова, мастер по декупажу. Отлично. Я просто видел предметы, сделанные в этой технике. Но что это за техника и как это получается, я пока еще не знаю. Но надеюсь, мы узнаем это. Ну, на самом деле, это очень давняя такая техника. Вообще считается, что где-то в 17 веке она зародилась во Франции. Угу. Вот. Но на самом деле она еще более ранняя. На истоки уходит в Китай. Вот, то есть когда-то крестьяне, они использовали различные вырезки, как обои, ну, что-то вроде обоев, да? Декупаж с французского, по-моему, и переводится как вырезать. Декупе, вырезать, да. Но на самом деле, как бы, истоки-то еще оттуда, из Китая пошли, вот. И уже в более позднее время, когда во Францию завозили различные китайские предметы интерьера, декора, вот, французы, они были очень дорогие, да, потому что это, ну, привозилось издалека, вот. И французы хотели каким-то образом... Ну, что-то сделать. Что-то свое. В том же роде. Да. И они делали, как раз-таки была техника, она называлась лаковая подделка. Вот. То есть точно так же вырезались какие-то мотивы, покрывалось очень большим слоем лака, именно для того, чтобы скрыть границу. То есть имитация росписи. Mm-hmm. Да, да, mm-hmm. да. И вот... Переходя к нашей технике, о которой-то мы решили сегодня заговорить, декупаж, расскажите, что вот, для меня это всегда было разделение салфеток на слои, а потом счищение какого-то первого слоя. Я так себе это представляла. Ну, на самом деле, да. То есть декупаж – это и салфеточная техника, это... как бы, ну, в наше время, да, то есть она пошла от салфеток, вот, именно почему салфетки используют, потому что они очень тонкие, вот, как я говорю, декупаж... А вот помимо салфеток, да. Я вот вижу, это совсем не салфетка. Это декупажная карта, это специальная, да, то есть бумага, она достаточно тонкая, то есть она тоньше, чем, допустим, офисная бумага, вот, но кто-то использует и офисную бумагу тоже. То есть мотивы здесь могут быть абсолютно любые? Абсолютно любые. У нас сейчас, я вот шкатулочку вижу, то есть можно вообще, в принципе, любую поверхность или именно деревянную обработать? Нет, любую поверхность, то есть декупажу можно подвергнуть деревянные поверхности, керамику, стекло, металлические поверхности. А что подается? Ну, давайте подвергнем тогда декупажу эту шкатулку. Давайте подвергнем. Давайте. Так, ну, для начала ее следует намочить, да, то есть обычно я пользуюсь вот таким пульверизатором, то есть для того, чтобы она стала мягкой. Она действительно тонкая. Да, чтобы она обтекала поверхность. Вот, тем более, что... А деревянная поверхность перед нанесением как-то обрабатывается? Она обрабатывается только клеем. А зашкуривать, грунтовать это... Предварительно, можно? Да. То есть вот моя шкатулка, она уже предварительно покрыта грунтом. Да, то есть, вот она а в качестве грунта используется что-то... Грунт. Используется грунт, конечно. Грунт тоже продается. Да, это специальный художественный грунт. Это все идет на водной основе. А вот тот, который перед поклейкой обоев дома, вот не подойдет? Ну, возможно, что-то из строительных магазинов тоже подходит. Главное, чтобы это было на водной основе, а не на алкогольной. Меня сейчас мысль посетила. А если дома стену себе из... Задекупажить? Да. Ну, Дима, попробуй, а потом покажи обязательно, что из этого получится. Стену, наверное, проще все-таки покрыть обоями. А вот мебель, да, мебель можно. То есть, помимо небольших каких-то вот таких презентов, как вот мы сейчас шкатулочку более делаем, средние предметы мебели тоже можно подвергнуть этой технике. Стулья, столы, комоды. То есть, все это можно точно так же задекупажить. То есть, я сейчас вот покрыла клеем саму заготовку. Я думаю, есть дома стулья, дома есть столы. И много салфеток. И много салфеток, да.
Пожалуйста. Но салфеточная техника, это, наверное, самая простая из техник. Наоборот. Салфетки, наоборот, везде. Нет, нет. Салфетками работать сложнее. Почему? Потому что они очень тонкие. С одной стороны, салфетками работать хорошо, они очень хорошо обтекают поверхность, да, особенно. А сколько поверхность слоев необходимо снять салфетку? По-моему, оставляют только самый. Только один. Ну, смотря какая салфетка. Мне вот интересно, клей тоже какой-то специальный должен быть? Да, специальный клей для декупажа. А в чем его отличие от простого? От ПВА. Можно ПВА, в принципе, тоже пользоваться, но ПВА должен быть строительный. Обычный канцелярский ПВА, он в дальнейшем работа может пожелтеть. Пощупаю. Да. Он действительно очень... Кристина, мне вот еще нравится, я вот смотрю на этот клей, практически это... Made in Казахстан, почти. Это не может не радовать. Поддержим отечественного производителя. Да, на самом деле заготовки очень многие у меня тоже идут, вот именно деревянные, они тоже идут наши казахстанские. Я почему-то думаю, что дерево это самая идеальная поверхность. Так, все. Я предлагаю сейчас, пока мы готовим вот нашу замечательную шкатулку, немножко больше узнать о декупаже, о том, что это за техника, откуда она появилась и как ей именно заниматься. Совсем недавно стиль декупаж представлялся чем-то таинственным и волшебным, однако доступность и оригинальность – главные достоинства данного вида рукоделия. Здесь нет схем и готовых шаблонов, достаточно освоить азы техники, а дальше все зависит от фантазии. История декупажа берет свое начало в Китае 12 века. Крестьяне использовали тонкую бумагу для украшения аппликациями стен своего дома, мебели и аксессуаров. Хотя, строго говоря, эту технику еще рановато называть декупажем, так как этот стиль возник уже в Европе в 17 веке. Тогда в моду вошла восточная роскошь, а вместе с ней и мебель, инкрустированная узорами в китайском и японском стилях. Стоили подобные предметы очень дорого, и позволить себе такую покупку мог далеко не каждый. Вот тогда местные умельцы нашли другой способ. Они вырезали фрагменты из узоров или картин известных художников и наклеивали на поверхность мебели. А чтобы не было заметно разницы между оригиналом и подделкой, покрывали мебель несколькими слоями лака. Сам же термин «декупаж» появился уже в 20 веке от французского «декупе» – «вырезать». Тогда же для декора мастера стали использовать не только бумагу, но и цветные салфетки. Сегодня выбор гораздо более разнообразен – декупажные карты, рисовая бумага и салфетки, а также лаковые распечатки, которые позволяют украсть поверхность абсолютно любым изображением, будь то фотография или репродукция знаменитой картины. За свою долгую историю техника декупажа практически не изменилась, разве что в арсенале современных мастериц появилось большее разнообразие материалов и специальных инструментов. Поэтому обязательно найдите время и займитесь этим увлекательным видом рукоделия. Удачи и творческих успехов! Ну вот, друзья, вот такая симпатичная картинка у нас уже приклеена. Остается довести это, как говорится, до ума. А вот что мы делаем дальше? Эта вещь меня очень интересует. Это резиновый шпатель. Это резиновый шпатель. Да, ну, на самом деле он продается в обычных строительных магазинах. Вот, но он именно нужен для чего? Для того, чтобы выгнать пузырьки. Да, пузырьки, воздух. Ну, это как, опять-таки, почему строительный магазин? Потому что те же самые обои клеят. Да, да. Но да, таким маленьким шпателем, я представляю, это сколько нужно будет с обоями время провести. Да. А есть ли в магазинах именно вот готовые наборы для тех, кто только начинает знакомство с этой техникой? Наборы? Ну, наборы именно для декупажа я, на самом деле, не встречала. Ну, вот. Что-то отдельное можно найти? Что-то можно, да. То есть, допустим, я вот когда начинала, когда я еще толком не знала, что и где взять. Угу. Вот. То есть, в принципе, я тренировалась там на каких-то не деревянных шкатулках, да, то есть какие-то коробочки находила. Картоночки какие-то. Картоночки, да. Деревяшечки. Деревяшечки, да. Нашла даже какую-то деревянную. Кстати, вот в этом вижу еще одно такое прекрасное, скажем так, занятие, когда можно со своим ребенком, то есть что-то делать совместно, то есть проводить время. Это же вот приклеить бумажку, повозюкаться немножко. Это лучше, чем он будет рисовать на новых обоях. Да, на самом деле это тоже полезное занятие, то есть для развития мелкомоторики для ребенка. Вот теперь воздух мы выгнали. Что происходит дальше у нас? Она приклеивается. Вот, то есть сейчас вот... До сих пор? Ну,
принципе, она уже, конечно, дальше-то что сделать? Просто, насколько я знаю, чтобы вот эта красота вся сохранялась, нужно же еще какие-то дополнительные обработки сделать. Да, ну, то есть после того, как она полностью все высохнет, это покрывается несколькими слоями лака акрилового, вот, и тогда она будет как бы завершена уже работа, вот. Но, как бы, у нас остается еще вот эта сторона, да, то есть здесь вот... заднюю сторону книжки я работала мастикой. То есть это специальный состав. Он идет, опять же, на казеиновой основе. Это не на водной, это на казеиновой основе. Опять же, это наше казахстанское производство, Вернинская мануфактура. А вот здесь вот я еще вижу вот это вот такое ярко-сине-голубое, желтое. Да. Вот это для чего? Это акриловые краски. Это я как раз буду... то есть у нас, видите, шкатулка – это имитация книжки. Да? То есть... вот здесь у меня даже сделаны страницы. То есть страницы сделаны, опять же, вот этой вот мастикой. Вот, то есть имитация страниц, то есть она наносится, и потом можно даже... То есть даже... весь каркас вы изготовили своими руками? Нет, деревянная шкатулка была приобретена в специальном магазине, да, для творчества. Вот, а уже вот эти страницы, имитация страниц, обложки, да, это я уже делала все сама. Я так думаю, вот эта вот белая, которая краска, это чтобы вот страницы... прокрасить. Нет, они уже прокрашены. Вот. Это вот темной краской я буду наносить, вот, именно выделять вот эту заднюю обложку книжки. Вот. Но для того, чтобы вот эти все неровности были видны, да, то есть вот сейчас на камеру, я думаю, неровности не видно. Мне вообще, я не знаю, вот как видят телезрители, не видят, напоминает вот старые вот эти вот дома, неровные такие мазки, такие широкого какого-то. Да, но как у меня, да? На самом деле здесь имитация такого... Я не был у тебя дома, не знаю, стоит ли у тебя печь настоящая. Нет, печи у меня, конечно, дома нет. Я думаю, сейчас. А, то, что ты сейчас делаешь, хорошо. А почему вот сейчас вот такое сочетание цветовое, это как-то специально продумано? Или вообще не важно, какого цвета краска? Ну... исходя из задумки. Ну, здесь, видите, у нас идет имитация книги, да, на самом деле... задняя сторона книжки, она бывает вообще разного, да, цвета. Но, в принципе, вот здесь вот на картинке, да, у нас встречается голубоватый такой цвет. Вот, вот сейчас основа пойдет вот такая вот бирюзовая, да. Вот. А уже после высыхания будет выделяться светлым цветом вот эти все неровности. И тогда она уже не будет такой яркой. А потом еще, не знаю, может быть, еще обработать чем-то? Ну, как наждачкой, чтобы прям вот... Чтобы наверняка, да? Ну, чтобы прям вот старая книжка была. Вот прям старая-старая. Нет, на самом деле, вот потертости, да, то есть это тоже очень популярно. Почему? Потому что, ну, вот ты делаешь какую-то шкатулку, конечно, хочется, чтобы она... Винтажный стиль. Винтаж, да, то есть чтобы придать такой вид, что это такая семейная реликвия, давнишняя. Тогда, да, делаются какие-то сколы, какие-то потертости. То есть существуют техники, допустим, можно вот наждачной бумагой, да, поверх краски пройтись, по еще не высохшей, снять часть. Вот. Есть техника... Вариантов множество на самом деле. На самом деле много, да. Ну, остальные цвета, я думаю, мы наносить не будем. Кристина, можно еще раз? Вот это? Я просто хочу посмотреть, как проявляется поверхность. Ну, действительно, я думаю, должно очень симпатично получиться. Итак, подведя такой небольшой итог. Вот такая вот шкатулка для разных ваших женских мелочей, как подарок. Примерно за какой промежуток времени можно ее сделать? Ну, вот такую маленькую, на самом деле, не так долго, вот, с учетом того, что нужно покрыть грунтом, покрыть акриловой краской, все это отшкурить, вот, ну, где-то дня два, наверное, вот, потому что, ну, как бы здесь сочетание, с одной стороны, работа... Пару дней плюс, подготовки. Да, плюс каждый слой, видите, должен высохнуть. То есть вот пока карта не высохла, я не могу в дальнейшем, да, что-то делать по ней. Вот, опять же, пока вот синяя краска не высохла, я не могу дальнейшие цвета наносить. То есть здесь еще вот обуславливается. Можно, конечно, феном сушить. Хорошо. Да? Тогда другой вопрос. Мы же это рассматриваем как в качестве подарка. Вот эти вот два дня потраченные, да, и стоимость, если ты не будешь это делать, купишь. Вот на ваш взгляд, какая большая разница? Это ручная работа, да, то есть, допустим, если, вот как мне, как человек, который любит своими руками делать, мне интереснее сделать самой, чем купить. Ну, от души, понятно, подарено. Да. А вот в денежном эквиваленте купить вот эти вот все материалы, сделать это, или купить... Стоимость? Да. Я видела, в принципе, да, вот работы вот схожие, достаточно дорогие, вот, сами по себе. Потому что, опять же, стоимость материалов – это одно.
Ручную работу невозможно оценить дешево. Здесь именно ручная работа. Хорошо, в любом случае, я думаю, что это по цене будет значительно меньше. Ну и плюс к тому же, мы провели время, свою творческую энергию куда-то направили, и подарок, сделанный как своими руками, всегда приятнее. Спасибо за то, что показали вот так вкратце, но, по крайней мере, мы знаем теперь точно, что такое декупаж и как с его помощью делать подарки. Кристина, спасибо за такое гостя. Спасибо, Дима. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Отлично, сегодня прошло утро. Что же, пусть и день тоже будет таким же познавательным и интересным. Хочется еще раз пожелать всем вам самого лучшего настроения и хорошего позитивного дня. До новых встреч!